Всем привет, вы были на канал HardReset.info, и в этом видео расскажу вам, как сделать сброс настроек наших наушников AirPods Pro2. Итак, для этого в первую очередь мы можем просто приоткрыть кейс, чтобы увидеть наш индикатор. И сзади найти вот такую вот кнопочку, я не знаю, видно ли вам. То есть есть у нас вот такая вот круглая кнопочка, и мы ее просто зажимаем и наблюдаем за нашим индикатором. Давайте зажмем ее. В первую очередь наушники перейдут в режим сопряжения и начнут моргать. Мы продолжаем ждать, наблюдаем. Не отпускаем кнопочку. После чего наушнички проморгают красным цветом и издадут определенный звук и снова перейдут в режим сопряжения. Так мы и сделали сброс настроек. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем пока!